шоу и зрелище в честь выдающегося советского футболиста Олега Блохина подходит к концу. Как я уже обещал, внизу наш коллега, комментатор украинского телевидения, Валентин Щербачев. Вот они, Олег, на экране. Вы только что сыграли свой прощальный последний матч. Что вы чувствуете сейчас? Не знаю. Наверное, усталость. В первую очередь. Ну, во-вторых, наверное, грусть. Что больше никогда не выйдешь сюда. На этом стадионе вы сыграли более 500 матчей. И неужели мы вас больше, вот так вот со стороны зрителей вопрос, неужели больше не увидим никогда на стадионе? Ну, на стадионе увидят, только, наверное, может в другом качестве. Или в качестве тренера, или в качестве зрителя. В другом, наверное, не увидите качество. Но именно на этом стадионе. Может быть, на другом увидите, на этом нет. Если бы колесо, так сказать, времени повернуть вспять, если бы все начать сначала, Олег? Ну, я бы прошел бы тот же путь, который я проделал. Спасибо. Разрешим Олегу совершить круг почета. Спасибо, Олег. И от имени телезрителей удачи на новом поприще. Олег. Спасибо, спасибо большое, Валентин и Олег. Естественно, на этом, дорогие друзья, мы заканчиваем передачу из Киева. Счет 3-2. Во всяком случае, на табло так значатся эти цифры. Вот гол забитый в конце, я не знаю, Алексей Спирин зафиксировал или нет. С центра, во всяком случае, игру не начинали. Итак, 3-2.